Всем привет, друзья! Этот влог посвящен тому, как мы обычно с моими группами готовимся к нашему стандартному отчетному концерту. Ближайшие, о господи, 40 минут вы станете свидетелями того, как, точнее, через что проходят группы для того, чтобы вы увидели номер всего лишь один раз. Если попробовать пояснить, то вы станете свидетелями доделки номера, чистки номера, выставления света, каких-то организационных моментов, закулисья и эмоций после самого выступления, разумеется. Прямо сейчас вы смотрите на реакшн-видео того, как я смотрю первое танцевание номера по хип-хопу после новогодних праздников. О, собака нормальная, ничего себе! Чего это? Все просрано. В общем, считаю нужным рассказать о некоторых вводных данных. На концерт у меня планируется три номера. Отдельно хип-хоп, отдельно афро и один номер совместный хип-хоп плюс афро. Наверное, стоит еще оговориться о том, что такого я ни разу не делала, в смысле совместный номер двух групп. И сегодня у нас 13 января, напомню, концерт 28-го, и у меня полностью не готов ни один номер. Обычно я такой задрот, который все делает заранее, чтобы все успеть отработать, чтобы ученики были спокойные в том, что они делают, в том, что они танцуют и прочее. Но это не тот случай. И когда я думала, что я хочу сделать влог с подготовкой к концерту, я не планировала, что он будет с ноткой паники, потому что дел еще куча, еще части костюмов не заказаны, соответственно, их нет на нас. Короче, куча дел. Сегодня у меня первая тренировка с группой по афро. Я очень надеюсь, что мы добьем рисунки в одном номере. Хотя не будет еще одной девочки. Она будет только с послезавтра. Не знаю, можно ли так говорить, но можно. Мой влог как хочу, так и говорю. Поэтому теперь вы понимаете немножко, что все, что будет происходить, будет немножко, наверное, нервно. Хотя, не знаю, на самом деле я как-то подозрительно спокойна. Может быть, это мой опыт играет роль, конечно, но на него уповать на 100%, естественно, не стоит. Потому что реально дел очень много, очень часто люди болели, пропускали, уезжали. И поэтому мы пришли к тому, к чему пришли. Но я очень надеюсь, что за оставшиеся две недели мы как сделаем все по красоте и как выступим, как всем понравится. Короче, посмотрим. О, а тут как удобно, тут зеркала. У-ху. Все видно, что мы там делаем. Ваша задача ногу здесь поставить жестко, потому что иначе это будет непонятно, прям жестко. Чтобы штаны уже начали сползать. 4, 5, 6, 7. Да стойте! Из нас всех у меня самая слабая вестибулярка. Второй, ставите руки на ушки.
7-8. И раз, и два, и... Да, на правую ногу, или на левую, Ника. На правую, на правую, на правую. Так, так. Раз, два, три, четыре. Смела это. Ника, смотри еще раз. Ты сделаешь раз и идешь 6 шагов туда. Не поворачивайся. Хорошо, сейчас получается. Раз, два, три, четыре. Почему опять одна я делаю? И теперь троечка, пожалуйста, вместе со мной. Начинаем с 5-4-8. И 6 на правую ногу, на 7. Поворачиваемся. Ну, вообще на 6. Ну что это? 6? Ну ладно. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага. Пять, шесть. Поворот. Поворот ножки вместе. Семь, восемь. Раз, и два, и три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ура! Вместе со всеми. Люба, тебе надо налажать именно, когда я вижу. Просто я думаю, как хорошо, что я не вижу, как они там. Я просто покажу. Ирина, ёб твою мать! И поворачиваем. О, вот так хорошо было. Так вот, чтобы это не выглядело как... Сейчас не случится. И ногой мы добивать их не будем. Если мы посмотрим, как проходят оп-валы, там же они же сыпят, ну, во-первых, ну, типа, тоже как-то... Манерно, короче. Да. То есть вы месили, мы вот это дошли, и потом, когда девчонка вкладывается, да, вы включаете свою девочковость на... Девочковость. Да, включаете свою девочковость на 100%. Спустите своего вершина. Да, и насыпать на них нужно как-то, типа, красиво. Потому что... Что вы думаете про нашу тренировку? Понятно, спасибо. Это всеобъемлющий ответ. Cherry Hill и вторая страшная вещь. Стараемся, теперь все записывается, да? 5, 6, 7, 8. Вверх и вверх, и вниз, и вниз, и 5, и 6, и 7, и 8. Еще раз. 5, 6, Cherry Hill. 2, 3, 4, 5. Куда? Опять.
Ну, вы сами чувствуете, что вы такие на три, уже все. И начинается. Да, да, да. И вот это вот пойдет потом. С дэнс-холла, которая штука. Простите, пожалуйста, уважаемые дэнс-хольщицы. Я не хотела никого задеть. Это я вырежу. Не паникуем еще раз. 7 и 8 и раз. На раз поставить ногу. Не на 8. На раз поставить ногу и открыть руки. А на 2 уже начинаем не медленно, а поменьше движения, когда вы начинаете закрываться. 5, 6, черри хилл. И раз, и два, и три. Ого! Так, еще раз. У нас. Да, спасибо. У нас раз подставили ногу, 2 подставили. Потому что сейчас я уже вижу вообще другое. Сейчас я вижу типа раз. Что? То есть еще раз. Влево подставили, вправо подставили, назад подставили, назад. Подставили. Помните про это, пожалуйста? Это не вопрос. Вы поняли. Ну, это как бы изначально подразумевался вопрос, а потом я поняла, что вы должны про это помнить, потому что мы много раз это делаем. А то халтура опять. 5, 6, 7, 8. Раз, и два, три. Вот бульян. Ты. Да. Раз, два, и ты не подставляешь. Видишь, тебе сейчас даже неудобно было. Да. Подставляй левую ногу на второй вперед, который вправо. Казалось, но я говорю, что нет. 5, 6, 7, 8. Раз, и два, и три. И о-о, видишь, все сломалось. Еще раз. 5, 6, 7. Четко. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз. Девочки, еще раз. На раз мы открываемся, потому что даже, значит, Полина, на тебя упал взгляд, потому что я переводила его туда-сюда. И ты такая 7, и 8, и раз. Ну, то есть ты вроде и открыла, и ногу поставила, но уже внизу. Еще раз, на раз просто встаем. Ровно, красиво. А потом на два только начинаем кланяться, да? О, Господи. Еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз, и два, и три. О, да. Угадай, что? Подставила, но что сломалось? Моя. Смотри на меня. Я на ноги смотрела. Не надо на них смотреть. Зачем? Смотри в зеркало на ноги. Что ты там? Что там можно увидеть, если ты смотришь сверху на них? В зеркало смотри. Так хотя бы вниз, но не так сильно. Просто начала и прям вот такая, типа, здравствуйте. 5, 6, 7, 8. Раз, и два, и три, и четыре. Хорошо. И шесть, и семь, и восемь, и... Эй! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это лучше, чем вот это. Еще раз закрепляем. 5, 6, 7, 8. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, два. Хорошо. Леся, ну почему ты на два опоздала? А? Я посмотрела на тебя. Не надо на меня смотреть. Что, не насмотрелась за эти годы? Еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, два, три, четыре. Медленнее. 6, 7, 8. Да. У вас где-то там, знаете, где вы ускоряетесь почему-то? На 3, 4. Раз, два, а вот 3 или 4, 5. У вас такие типа нормально, нормально, нормально. И потом вот тут вот опять. А что просто в нашем номере, скажи, пожалуйста, у нас вообще ничего нет простого. Согласна. Под музыку. Сейчас вот так. Похоже? Да, очень идеально просто. А уже женщина сказала, ты уже опоздала. Ну ладно. Я задерживаюсь, да? Я опаздываю. Мне. Ну ладно.
камера грязная. Аккуратно складываем, не паникуем. А почему сыпем только на Василису, я не понимаю? А Настя? Пу-пу, любишь кататься, люби саночки возить. Бегом. А давайте Значит, коротко про то, что нужно знать про Катю и плетение. Я не плелась официально афрокосы, я не плела ни разу в жизни. Несмотря на то, что я уже даже афро веду 3 года, я ни разу не плелась. Мне страшно, потому что у меня от всяких тугих причесок начинает болеть голова. И многие скажут, в смысле, почему ты же бальница, вы же должны быть привыкшие. Ну так бальные это были сколько лет назад? Полжизни назад, даже больше. Вот, и тогда, да, это все быстро привыкалось, а сейчас я немножечко ссу, потому что будут тугие 6 косичек, с ними надо будет спать, и как минимум додержать их до концерта, и как максимум еще чуть-чуть с ними походить, потому что девчонки, которые у меня уже заплелись, мои ученицы, мне очень нравится результат, какой у них получился. Короче, вот такое примерно до мои супер прямые от рождения волосы с вот этой вот модюлькой, которая всегда у меня тут торчит. Сейчас будет после. Коротко о том, как это было. Всего плетение заняло около 3 часов. Первый час мы просто делили голову на равные участки, чтобы это было все красиво и ровно, и оставшиеся 2 часа мы плелись. Спойлер, косички продержались 8 дней, относила я их 8 дней, все было круто, спать было удобно, голова не болела, короче, все супер. Короче, девочки, история на миллион. Значит, я же раньше не раз плелась, уже все это знаю. И я такая думаю так. Значит, поспала аккуратненько, вроде все хорошо, утром просыпаюсь, так как мне надо сходить в душ. Ну, все равно, типа, голову мыть не надо, но все равно, типа, личные гигиены, все дела. И я такая думаю, в идеале должна быть шапочка, да, для душа, вот эта, куда ты все волосы спинешь. У меня ее нет, у вас есть такое? Нет. Нет. Ну вот, да. Ну, это сразу видно, что прямо людей. Вот. А я думаю, блин, нужна шапочка для душа, у меня ее нет. А приехала мама, я такая говорю, мама, давай думать, короче, что мне сделать с волосами, я же их поднять не могу, потому что они здесь до шеи, то есть это неудобно. И она такая, давай засунем в пакет. Я говорю, ну в целом идея хорошая, то есть мы вот эту всю длину уберем в пакет, как-нибудь заплетем, точнее, замотаем резинкой, и я так искупаюсь. Она такая, а вот здесь пакет? И я такая, нет, ну потому что я же не готовлю, и типа нахрена на кухне вот этот моток пакетов, у меня их нет. И потом у меня есть пакеты для какашек. Короче, вот так я сегодня, да, вот так я сегодня ходила в душ. И, в принципе, похоже на содержимое, которое должно быть. Они его, конечно, делают супер идеально. Вот, мы так прям не сможем прям сегодня и завтра, но сейчас вы поймете, о чем я вообще, наверное, поймете, о чем я вообще говорю. Thank you.
кач, 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 и кач, 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 и кач, второй, кач, второй, кач, 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 кач. Да. И когда вы делаете особенно с руками назад, с руками вниз, можно немножко добавить еще бедра. Как мы дома делаем, только вот в этот шаг. Понятно? Давайте-ка еще раз вот отсюда. 7, 8. Кач, 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 кач. Шире ноги и ниже. Потому что я вижу, что вы пытаетесь ниже сесть на вот таких ногах, а это неудобно. Шире. То есть вот тут прям стопыйтесь немножко. Хорошо? И здесь тоже кач, 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 кач. И потом вот такие. Все, бросили. Давайте еще раз на музыку, только на зеркало. Ну, музыку придется все равно. Блин, я надеюсь, я Катышеву. Нас YouTube не заблокирует. А то, прикиньте, авторские права у Кадышева. Я в шоке буду. Нормальные косы зимнего человека. Зимнего человека. Вопросики есть какие-нибудь? Нет? Сразу после тренировки мы поехали на жур, потому что было выставление света, и когда мы зашли покушать в пиццерию, с нами решили сфотографироваться. Супер. Теперь Василиса с Настей отпрыгиваете в бок, и остальные делайте мне, пожалуйста, прямоугольный треугольник. Ориентируйте себя по это я контент. На уровень кулисы. Хорошо. Дальше у нас опять большой ровный рисунок, когда Ира не успевает добегать. Поехали в него. Ир, там бабло, не знаешь, сколько будет твоих попыток. А сто? Это далеко. Это ты сокола перепутала. Так, хорошо. Теперь нам нужно этот рисунок сделать чуть-чуть пошире. Соответственно, колонна Алины, колонна Ильи чуть-чуть шире, но не вперед. Так. И, наверное, колонна у Яны Марченко, маленький шаг туда, от вас вправо будет. Вот, да. Значит, здесь мы делаем пауэр эти степы. И потом, куда мы расходимся? О! На вот эти, да? Настя в середине, которая стоит шаг вправо. Еще чуть-чуть. Подожди, Ира Фирсова, ты разве ровно за Настей? Да. Ну, погнали. Зайчики. Сейчас. Настя Таруваева, а ты с кем? А кто? Женя, ты чуть-чуть туда. Так, все. Алина Яковенко, по-моему, тебе нужно чуть ближе к куче. Ты прям стоишь, как будто, во, как будто одна из них. Выставление света – это всегда долгий процесс, и ребятам всегда нужно стоять долго на одном месте, пока мы все по красоте сделаем. Поэтому они там, конечно, куражатся, как могут. Носочек вытяни. Мы же сгибаемся. Сейчас, да. Ира, нужно попасть в кружочек. Не спеши. Складываем аккуратно.
еще ближе к кулисе, потому что там прям очень большое расстояние. А в первом танце у нас там кто? Настя, ну, по-моему, да, часто справа стоит сзади. Вот ближе тоже к кулисе. Так, какой у нас сейчас план? У нас план такой, что сейчас ставит Иллинова свет, Таня. Свет, Таня. Свет мой, Татья. Ладно. Без перерыва, то есть там по расписанию еще есть перерыв, нет перерыва, все. Сразу идет прогон. На прогоне вот этот номер. Мне завтра к 11 сюда. А мне к 11 краситься, так что ничего страшного. Не, мне к 11 нужно быть уже накрашено. Будем страдать обе. Так, еще раз. По-моему, первая. Первая, да. Вот теперь вторая. И вот тут выходим потихонечку, тут малина крутит. Ой, дыр-дыр-дыра, ай, на-на-на-на-най. 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 Помашите маме ручкой. Ай, мои ягодки, ай, мои. Народный ансамбль африканочки. Отлично. Слава, что не забито. Все, пока расслабились, сейчас мы поставим свет и на станцию подножку. Рано приехала.
Так, на зоне стоит между Любой и Настей, правильно? Мы должны Настей чуть пошире. Да. Сейчас мы чуть-чуть подождем Соню, потому что мы раньше начали, у нас время есть. А вы можете, когда она придет, к нам, как вы ее посмотрите, дать даже так надо. Потому что она так опасно перестанет. И мы плавно подходим к той части, где я записываю голосовое, а песик ходит по квартире шкрябучими лапами и пытается мне мешать. Так вот, у нас прошли последние приготовления. Ну, вы поняли. У нас прошли последние приготовления перед концертом. Свет выставлен, номера готовы, костюмы надеты почти все, почти полностью, точнее. Вот. И остается генеральный прогон и, собственно, сам концерт. То событие, к которому каждая группа всегда готовится много-много-много дней, а может быть даже и месяцев. Бусики забыли, боже мой, бусики. Если ты здесь, пожалуйста, изобрази стол чуть-чуть подальше, немножко подальше, чем Карина. Вот так, еще чуть-чуть подальше. Да. Хватит радоваться, что так все не потратится. Смотрите, я даже поторопился, чуть-чуть попозже, там яму вы все слышали. Как раз, чтобы вы все успели выйти, вас очень много, вы не толпились, все успеют обязательно выйти. Тем, кто на стрипах выйдет особенно. Это видеоблог. Давайте. Ну, чем дольше вы сидите, тем больше там учится. Кто лейте? Да. Я уже ходила. А то у вас трек начнется, а вы там еще сидите. Сидите панику, вы сидите в туалете, слышите ваш трек. Я бы охотнее. Мне так было давно. Я бы просто пошла домой сразу. Я бы осталась в туалете плакать. Потому что выйдет Катя. И будет искать. Да. Женя двигается. Вот так сделай еще. We don't want to be happy. Happiness is all I need. Happiness is all I need. I want to die, I want to party, I want to.
spinning the block and just cash stars. Вкусно пахнет для собаки, которая ест всякое говно. Ду. Ой, ну, хоть жопу читать. Иди сюда. Ну что, не держись.